Всем привет, с вами Заза, и я возвращаюсь наконец-то в GTA Liberty Stories. Уже начался учебный год, времени стало куда меньше, и поэтому я начинаю снимать все меньше и меньше. Сегодня будем проходить очередную подмиссию. Подмиссию со стрельбой, находится она, я только что показал где, называется она Evil Angel. Выбрал я ее, потому что мне можно бесконечно раз пробовать и приумножать свои патроны из-за бага. Не уверен, что пройду с первого раза, однако я постараюсь. Также эта подмиссия довольно-таки средняя по продолжительности, то есть не очень долго ее проходить, но можно застопориться, если не попадать или если тебя убьют. На канале сейчас будут выходить в основном видео, я думаю, по Fallout'у. Есть один уже записанный видос по КС-очке. И причина это несколько. Первая причина проста. У меня кончилось место на жестком диске, а чтобы его освободить, нужно смонтировать все то, что было снято еще летом даже, да. Даже летом, в августе. Такой вот я ленивый и не смонтировал до сих пор. По Fallout'у вроде бы у меня будет около трех, наверное, роликов. Один ролик по КС, как я уже говорил. И пока я немножко приболел, я думаю, это уже по голосу слышно, я буду, если будет не то чтобы желание или возможность, если я буду себя нормально чувствовать более-менее, буду записывать видео по GTA. Собираюсь я пока что записывать все еще прохождение. При этом проходить я планирую миссии, ну, подмиссии я имею в виду. Вначале те, на которые не нужно особо тратиться и можно записать все одним роликом. То есть, например, если пакеты снимать, то это на каждый пакет, ну или на каждые несколько пакетов, несколько частей. Мне, если честно, так немножко лень делать, это довольно продолжительно по времени, а желания у меня пока такого нет. Хотя обязательно и это мы сделаем. В общем, поэтому сейчас я выбрал именно Evil Angel. Следующая, возможно, будет подмиссия с мусоркой, почему нет. Она тоже не очень долгая. Ну и, я думаю, перейдем на прыжки уникальные со временем и, конечно же, на пакеты. Прыжки, пакеты и рэмпейджи, да. Будем снимать все по чуть-чуть. И тем временем мы уже сделали 6 кило, вроде бы нужно 10. Да. Но с каждым фрагом соперники становятся все сложнее. Надо убивать людей, иначе ты умрешь сам, потому что они стреляют по вам и дамажат куда больше, чем дамажу их я. Не люблю, когда машина едет навстречу, а вот потому что приходится разворачиваться. Пока ты разворачиваешься, в тебя очень неплохо попадают. Ну, отлично, по человеку попали. Даже проходится очень просто, я бы сказал. Посмотрим, как будет дальше. Возможно, это я сейчас так говорю, а потом сольюсь на последнем фраге. Вот сейчас 9-й, да, на следующем, получается, я сливаюсь. Но если нет, а вроде бы зарезались они... А, нет, все-таки они зарезались на встречке. На петушня, сдохните. Вроде бы, слушайте, вроде бы я прошел. Получил, конечно, достаточно много дамага, но... Ну, вроде как я их всех убил. Куда ты поедешь? Вот уроды. Блин, это уже карабины у них. М4. По-моему, это карабины. Три петушка уже тут, наверное, скорее быстрее их взорвать получится, если не попадать. Как они меня задолбали. Конечно, когда в упор подъезжаешь, с одной стороны, тебе хорошо, ты попадаешь, но с другой стороны, плохо, потому что в тебя попадают. Сейчас я несу, как вы понимаете, всякий бред. Если честно, не знаю, что можно говорить. Особенно вот в таких ситуациях. Здрасте. Но говорить что-то надо. Потому что простое молчание еще хуже, чем бред. Постарайтесь не убить вашего водителя. Вот что я могу дать как совет. Постарайтесь сами... как-то не спровоцирую ситуацию, когда вы убьете. Потому что бывает, ведете прицел и случайно его убиваете.
Ну и в принципе все. Других сетов я не могу дать по этой миссии. Ну разве что зажимайте L для более точного прицеливания. Ну это особенно по людям, чтобы стрелять. Но как видите, мне это не сильно помогает. Однако же, миссия пройдена с рекордом, с новым рекордом в 13 убийств. Конечно же, мог набрать куда больше, если бы потренировался, но, думаю, для такого длительного перерыва это неплохой результат. Напоминаю, что же у вас будут умножаться в 2 раза, то есть на 2 патроны для гранатомета, либо если у вас миниган, то для минигана, либо если у вас пулемет для пулемета, и либо если у вас огнемет для огнемета. Вот, в принципе, все, что я хотел вам сегодня показать. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Кстати, еще Love Media надо добить. Так что снимать пока есть что. Осталось найти на это желание, время и силы. Еще есть Evil Angel. В общем, еще много чего нам осталось записать. Так что эту GTA мы еще пройдем не скоро, обещаю вам. Скорее всего, до следующего лета еще будем ее проходить. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. А с вами был я, Заза. Всем удачи и пока.